Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал «Экзегет» поступил вопрос. Почему маленькие дети умирают, если Бог милостив, а дети безгрешны? А взаимоотношения Бога с каждым человеком всегда останутся тайны. И человек даже сам их сможет для себя в полноте открыть только на страшном суде. Поэтому мы никогда не можем понять не только, почему маленькие дети умирают, но и почему умирает, например, крайне пожилой старик. Именно в этот момент, а не днем раньше не десятью годами раньше или десятью годами позже, потому что Господь призывает его. Единственное, мы знаем, что Господь призывает человека в лучший момент своей жизни. Тут есть некоторые вопросы про противопоставления, что а Бог же милостив. И даже мы, люди новозаветные, видя то, как Господь страдал для того, чтобы воскреснуть, знаем, что смерть — это, в принципе, не та вещь, за которой нужно переживать, потому что смерть — это лишь путь к воскресению вместе со Христом. И мы переживаем из-за смерти лишь потому, что, увы, наша душа дает себе отчет, что не очень-то она готова к смерти и к воскресению, потому что по воскресению из мертвых, увы, возможно, пойти придется в вечную смерть, в муку вечную. Давайте откроем, однако, те слова, которые были сказаны еще задолго до пришествия Христа. Книгу Премудрости Соломону Ветхозаветную, третью главу, и прочтем там самые первые стихи. Причем я даже не хотелось бы остановиться на одном, а прочесть целый отрывок с первого по пятый стих. «О души праведных в руке Божией, и мучения не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, а исход их считался погибелью» и отшествие от нас уничтожением, но они пребывают в мире. Ибо хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна бессмертия, и немного наказанные они будут много облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойными Его». Если Господь милостив, то Он выполняет конечную цель существования любого человека – принять человека к Себе. Поэтому, если человек берет и умирает, то, конечно, это не замысел Божий. Человек не должен попадать к Богу через смерть через страдания. Но, как мы помним из книги Бытия, и здесь Соломон в своей премудрости книги об этом пишет: с завистью дьявола эта смерть вошла. То есть вот этот путь Богу человеку сейчас вынужден человек проходить через смерть, потому что человечество это выбирает, и каждый грех ведет нас к смерти. Но Господь победил смерть. По законам греха человек должен умереть и к смерти приобщиться. По законам, которым Господь сокрушил смерть своей крестной жертвой, человек берет и через смерть лишь к Богу приближается. Да, помните, как на пасту, где твоя смерти жало, где твоя ади победа, восклицает Иоанн Златоуст в своем знаменитом слове, потому что Господь победил смерть. И это максимально видно на смерти младенцев. Конечно, тут мы учитываем, что это смерть, хотя, конечно, она и благо для них, для самих, для этих малышей. Тем не менее, мы скорбим, мы скорбим о близких, мы скорбим о родителях. Я помню первое отпевание, которое я даже совершал не сам, а я был еще диаконом, меня рукоположили диаконы, направили на практику, и пожилому диакону соборному надо было уйти по каким-то делам, и меня попросили остаться на отпевании вместо него. Да, служил уже опытный священник, а это было отпевание младенческое. Конечно, мне было очень тяжело не на младенца смотреть, на малыша, а было очень тяжело смотреть на родителей. Родители, которые были, ну, немногим старше меня, да, и вот и по, по моему ну вот соответственно бабушка дедушка было не было большого количества народа однако само это отпевание оно совсем другое там нету э, призыва господи прости грехи прегрешения то есть ну такое скорбное что вот мы переживаем за душу человека а там по сути этот чин младенческого отпевания, что он возвеличивает господа который принимает младенцев там господи покой младенцы запев по постоянно совершается и этот же чин в нем молится об употешении близких Поэтому, дорогие братья и сестры, милосердие Божие не в том, что человек умирает, а в том, что человека ждет после смерти А через смерть нам все равно придется пройти, потому что мы это выбрали И не только Адам и Ева, а каждый раз, когда мы согрешаем умом, сердцем, словом, делом, мы идем к смерти Но Господь не отдает нас в ее руки